В Анапе на главные праздничные гуляния, посвященные проводам зимы под названием «Широкая масленица», приглашают всех жителей и гостей 22 февраля. На Театральной площади с 10 часов утра намечена бойкая ярмарка сельхозпродукции, продукции пчеловодства, продовольственных товаров и кондитерских изделий. В 11 начнется развлекательная программа с участием творческих коллективов города, спортивные состязания и конкурсы. Сейчас полным ходом идет подготовка к 70-летию Победы. По словам главы, анапчанам необходимо активнее участвовать во всех мероприятиях, организованных отделом культуры. Они всегда проходят на высоком уровне. Те мероприятия, которые у нас организовывают и проводит культура, они, как правило, проводятся в выходные и праздничные дни, в неурочное время. Сюда надо привлекать как можно больше населения, как можно больше пиарить эти мероприятия. Они должны быть интересными, самое главное.